Всем привет! Дмитрий Красилов, который прославился на весь мир благодаря клипу «Уна», скончался в возрасте 29 лет. Тело известного танцора обнаружили в его столичной квартире. Журналисты сообщили эту шокирующую новость буквально несколько минут назад. О том, что ушел из жизни любимец публики, не знают многие его поклонники. Говорят, еще вчера 29-летний шоумен жаловался на самочувствие, а сегодня бездыханное тело нашли в его собственной квартире. В следующем году сразу 4 фильма должны были выйти с его участием. «Сергей против нечисти 3», «Как я встретил ее маму», «Бар Москва-Чики» и «Зять». Пока что неизвестно, были ли отсняты кадры с Дмитрием и войдут ли они в эти картины. Напомним, вчера также сообщили о смерти известного артиста и певца Ары Мартиросяна. Он ушел из жизни из-за проблем с сердцем.